Снимайте. Я думал, он меня снимает. Снимаю. Вверх, чтобы положи это 30. Вячеслав Витальевич, поскольку Зураб Константинович сам-то почему-то не приехал, вот случайно сейчас так оказалось. Сейчас он все оказался. Дела бросит, снимет да, штаны и приедет сюда. Мог бы. Поэтому за него скажите пару слов про графику Церетели. А ты уже записываете, да? Да. Ну что ж, графика профессиональная, душевная такая. И я бы сказал, национальная графика. Чувствуется, что грузин писал. Жизнелюбец и сибарит. А вот скажите мне, вот я вот тут при входе Медведя вижу, это тоже графика его? Нет, это скульптура. А. Это просто фоточка. Понятно. Да я уже начал сомневаться, что я что-то в графике не понимаю. Нет, все нормально. Я вернусь. Александр Владимирович, скажите для фейсбучного народа пару слов о графике Церетели. Ну, она радующая. Вот, что бы там ни говорили про Зураба Константиновича, вот он все равно большой мастер. Да, я его гигантский, гением называю, искренне согласен. Поэтому к его крупноскульптурным формам можно относиться по-разному, я не в восторге. А вот такой вот мне всегда радует. Ну, особенно, когда еще ярче цвета, и когда живопись, и когда это все ног сшибает. Здесь помягче, здесь поприятнее, в этом смысле потише. Ну, хорошо, Инда, Грузия, Тбилиси, ну, это же одно удовольствие. И все же зря они повесили рядом с графикой скульптуру, я так думаю. Это мой старый знакомый Мартин Казарян. Узнаю Мартина. Thank you.
известный русский архитектор. Скажите что-нибудь про Зураба Константиновича хорошее для фейсбучного народа. Я обожаю этого человека, потому что это мое студенчество напоминает, когда я поступил в Тбилиси, много очень монументальных работ Зураба Церетельника. И тогда я не понимал, как он успевал, сколько он был. И даже сейчас не понимаю, как он сколько у него нет. Лет 15 назад я в Москву приехал, тогда как раз ругали все его скульптуры. А я, между прочим, посмотрел там и на Петра посмотрел и сказал, да что-то Москва стоит. Она сама по себе Москва такая. Масштабная. Нет, как бы сказать, это город купеческий. А он там вполне может быть. Это во-первых. Но бог с ними, со скульптурами, и я попал тогда на выставку, его выставку живописи. И я понял, что он гений. На полном серьезе. Да. На полном серьезе. Смотрите, я не знал даже, что вот Сарамина Тбилиси, Георгия Победоносца, что это его работа. Я даже не знал, сколько лет труба своей работы. Слушай, и в аптеке же он делал? И в аптеке сколько всего. Я не знаю, как он столько всего. Ну, понятно, что у него много мастерских, много учеников. Просто я был в Артеке тоже... как раз. Да. Он там делал. Да. И вот эти графика просто. Это дух грузинский. Хотя... Вот чувствуется. Вот там грузины. Такие, как бы. А вот это самое главное, что вот это увидеть, почувствовать. Я это чувствую. А я покидаю. Все самое главное мы посмотрели, всех послушали. Пойдем, скажем, хозяйке этого выставочного зала большое спасибо. И работать, работать и работать. Все, спасибо. Все? Огромное, да. Я всех посмотрел, всех послушал, все увидел, все сказал. Теперь самому пора работать. Все, пошли, что ли? До свидания, спасибо. До свидания. Были рады видеть. Еще раз. Были рады видеть. Ага. О, и я тут.